крах британской монархии, провозгласила Мария Захарова. Британия замерзает, голодает, стенает и стирает вручную. Население Великобритании, которое позиционирует себя как одну из самых богатых стран мира, начинает голодать, но об этом тактично молчат. Находочка нормальная такая. Xiaomi Redmi 9A, пацаны. Предлагаю убрать все эти лица и вместо них нанести портреты Барака Обамы. Естественно, Джорджа Флойда, Мартина Лютера Кинга, Малькольма Икса. Но этого очень мало, поэтому я предлагаю ввести как можно больше новых номиналов, чтобы как можно больше черных влиятельных людей получили свое место на американских банкнотах. Более того, сколько веков существуют эти купюры? Очень много, и вы представляете, сколько лиц этих преступников распространено по всему миру?